период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в лесах и парках. Исключение составляют специально оборудованные мангальные зоны. Ну, надо запомнить одно простое правило. Нельзя разводить огонь. Ни в мангалах, нигде. Все, нельзя. Мы должны понимать, почему это сделано. Вот наши парки, да, там они наполовину у нас смешанные растения, да, хвойные и лиственные. Вот что такое в такую погоду, да, сейчас 32-34 градуса на улице, что такое в такую погоду хвоя? Это порох, это даже не спичка. Деревья особенно чувствительны к высоким температурам. В жаркие дни они начинают усыхать. Именно поэтому открытый огонь в лесопарковых зонах может нанести непоправимый ущерб. А для заядлых любителей шашлыка на природе предусмотрены внушительные штрафные санкции. Штрафные санкции, они очень высокие. На граждан 40-50 тысяч штраф. А должностные лица – это 60-90. Если мы говорим о юридических лицах, то это уже от 600 тысяч до миллиона штрафы за нарушение этого противопожарного режима. Сейчас тот момент, когда необходимо на время отказаться от мангалов в парках и лесах, чтобы не подвергать опасности себя и окружающую природу. Инга Янчук, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.